өтіпті 13 жыл мүшел жас. Бұл желтоқсан мүшел жасқа келіп қалыпты. Сол себепті жаңа жігіттер осы жерде осы желтоқсанға байланысты арасында өздерінің реніштерін айтып жатыр. 5-6 баласы бар азамат 7 жыл сотталып келген, бүгінге дейін үй алмаған. Сондай азаматтар онша көп емес шығар. Сондай әлеуметтік жағдайларды қарауға керек деп ойлаймын. И поэтому сегодняшний поминальный ас не просто желание активистов лишний раз напомнить, что не вся правда о тех днях известна. Ведь до сих пор многие родители не могут найти своих без вести пропавших в те дни детей. А те же, кто после декабря отворачивался от участников событий и клеймил их нещадно, нынче в первых рядах сторонников их реабилитации. Те, кто пришел сюда сегодня, чтили память погибших, мужество и терпение которых мы и потомки наши никогда не забудем.